На днях состоялась вторая встреча обучающихся и сотрудников общеобразовательной школы-интернат-лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета и школы Сурвиват Технологического университета Королевства Таиланд в формате телемоста. Со школой Таиланда мы дружим уже на протяжении 4 лет, и телемост уже проходит во второй раз. Телемост посвящен в этом году год педагога и наставника. Открыли встречу заместитель директора по учебной работе школы Сурвиват Бут Сакорн Йод Камлуи и директор лицея имени Лобачевского Елена Скобельцина. По просьбе коллег из школы Сурвиват Елена Скобельцина кратко рассказала о лицее и продемонстрировала видеоролик о проектах лицея на английском языке. Со стороны лицея представлены 5 проектов, они очень интересные, разнообразные. В частности, была представлена «Умная палата». Сегодня об этом проекте знает вся Россия, и наши ученики уже имеют патент на свое изобретение. Кроме этого, наши ребята представят проект, который хотят воплотить уже в этом году вместе с родителями. Это «Умный класс». В основной части встреч обучающиеся 10-11 классов лицей имени Лобачевского и школы Сурвиват представили свои исследовательские проекты. Проект – это «Умный класс», который мы уже реализуем в нашем лицее благодаря администрации. «Умный класс» поможет учителям и ученикам тратить меньше времени на организационные процессы, и благодаря этому увеличивают их продуктивность. То есть, допустим, открывать шторы, либо включить проектор учитель сможет просто голосовой командой. После встречи у ребят была возможность пообщаться с обучающимися школы Таиланда, узнать больше о культуре стран, традициях и особенностях школьной жизни стран. Также во встрече приняли участие учителя лицей и школы Сурвиват. Амир Ахтямов, Фарид Захидоглы, Универньюз.